Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про интересную позицию, которую можно использовать в городе для поддержки своих союзников. Позиция эта будет для команды с верхней базы. Ничего сложного в этом нет, но нужно учитывать некоторые факторы, что вы играете как танк поддержки отсюда, соответственно, очевидно, что вам нужно кого-то поддерживать. Если вы один в город приедете, то вы там вряд ли сможете играть хорошо и долго с этой позиции, поскольку вы будете единственным танком, и все внимание будет приковано к вам. С этой позиции так играть не получится, поскольку вас там просто заблендят, убьют без засвета, или просто задавят, снесут вместе со всем городом, в котором не будет союзников. Поэтому, если союзники едут играть в город, то можно использовать. Если нет, то нет. Для начала, подъезжая к этой позиции, спереди стоит два дерева, которые нужно завалить налево, так, чтобы они перекрывали прострел и давали больше маскировки. Также желательно еще фугасом завалить третье дерево, которое стоит близко к скале, даже там наполовину в камне. Стреляем в камень фугасом, дерево падает на нас. Тем самым у нас получается три дерева, что дает нам хорошую маскировку. После этого мы становимся за эти деревья как можно ближе к скале, так чтобы деревья были непрозрачные. В таком случае мы получим максимальную маскировку, которую только возможно. Но вот если нам нужно врагов подсветить, придется подъезжать ближе, чтобы деревья были прозрачные. Также нужно помнить о том, что враги могут стрелять без засвета. Стоять здесь как истукан не стоит. Нужно еще слушать выстрелы врагов, какой враг стрельнул, кто на КД, можно выезжать стрелять, нельзя выезжать стрелять. Для этого нужно слышать, видеть, обращать внимание на мини-карту и понимать всю обстановку в бою. Если мы будем полностью понимать всю ситуацию, что у нас происходит в городе и в принципе в бою, мы отсюда сможем помогать нашим союзникам. И самая лучшая ситуация с этой позиции, если враги начнут быковать жестко на ваших челиков, которые стоят возле церкви, враги подъедут ближе к повороту и будут перестреливаться с вашими союзниками, что позволит вам выезжать в момент, когда враги на перезарядке, и бесплатно просто накидывать им. Тем более там нет укрытий для корпуса, НЛД будет открыто, лючки, борта, все будет открыто, стреляя не хочу. Эту позицию я использую давно, но использую ее не всегда. Вы уже поняли, что если союзников в городе нет, то прикрывать вам некого. Это позиция для поддержки союзников. Поэтому если союзники не играют в город, то и вам здесь делать нечего. Вас тут просто задавят и убьют. Но если союзники есть, то можно смело им ехать сюда помогать. Единственная проблема, что иногда ЛТшка едет по центральной кишке возле воды, делает какие-нибудь начальные засветы, из-за чего люди, которые едут в город, останавливаются на полпути и стоят кемперят в центр. Из-за чего они не заезжают в город, не занимают его, а враги могут быстрее заехать в город, занять весь город, из-за чего ваша команда останется перед городом, не заняв никакие позиции, и скорее всего все там передохнут. Такое бывает очень часто, поэтому ЛТшка, которая едет делать начальный засвет, она, казалось бы, вроде бы пользу делает, но чаще всего это играет на руку врагам, если в город не едет никто занимать. Поэтому имейте это в виду, что эта позиция используется только в поддержку союзникам. Также, если в бою есть арта, конечно же, она сюда простреливает, да и в принципе мест, куда не простреливает арта, на картах очень мало. Поэтому с артой здесь будет играться намного сложнее, если она обратит на вас свое внимание. В принципе, как и на любой карте. Стример сделал свое дело, рассказал вам про позицию. С вас лайк, подписка, комментарии в чатике. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.